С днем земли, это у нас такая новая акция игрового автомата. И у нас легенды дракономания. Так, это у нас черничка, один приз, и вот второй дракончик, я даже как-то не знаю. Что стоит сразу сказать, что довольно много изменений внесли в игру. Сейчас мы с вами будем разбираться. Ну, в смысле как, изменений именно в эту акцию. Давайте мы сразу сюда перейдем. Первое, что стоит заметить, это раньше у нас был период обновления заданий каждых 6 часов, теперь это все занимает всего лишь 4 часа. Ну, не знаю, кому хорошо или плохо, но с другой стороны, так ночью мы могли один раз пропускать, а так мы пропускаем, получается, ну, почти 2 раза, может быть. Не знаю, тут у кого какой, конечно, график. Также у нас изменились... заполнение трубы, по-моему, поменялось. Да, стоило раньше 120, сейчас мы сюда перейдем, теперь стоит 30. 3 призовых дракона у нас, да, раньше было поменьше. О, это павлин. Вот павлинчик у нас. Вот наша черничка. Блин, ну не знаю. Вот. И это наш каменный эпический дракон. Выглядит прикольно. Прикольно какой-то там, как элементаль какой-то. Так... Ну, вот так, вкратце, в общем-то, что вспомнил, вам сказал. Давайте тогда выполним сейчас задание, собрать еду. Так, и поймать немножко существ нам нужно. Так, существа, где вы? Летите ко мне. Вот, планетка летает, это мне нравится. Мне прикольно выглядят эти планетки. А, мышкой попасть по ним, это просто сущий ад. Так, такие снайпшоты нужно выдавать. Я давненько в шутер не играл. Так, мультипосадочка на 1 час. Да, пока что я буду ставить часовые задания. Давайте сейчас коротко пробежимся. Может, мы найдем еще кого-то летающего. Да, вот, 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 вот. Нам это все нужно, чтобы сейчас же их и потратить. Не уйдешь. Я его поймал. И тебя поймал. Так, все, исчезли. Я что ли уже их всех поймал? 12, по-моему, мне там нужно было. Проверяем. Забрать еду чуть-чуть осталось, да, надо было на полчаса, а хотя час успеем еще выполнить. Ну и по скрещиванию, кстати, у меня там часом не освободился уже инкубатор, там, а, там 6 часов было, еще часа 3 осталось. Часа 3 осталось, это, ребятки, победная комбинация должна быть, должен получиться зеленый, 16 часов было, дым плюс дерево. Ну это, не знаю, были ли там еще какие-то комбинации, но... Я уже вывел всех, нужно выводить леопарды и нужно будет выводить больше драконов пустоты. Так, у нас тут открылась стихия у дракона пламя. Так, вот такой вот у нас он красавчик. Так, кормить нам никого не надо, да? Кормить не нужно, тогда давайте пойдем поиграем. У нас забавненькие такие призы, ну не призы, а точнее предметы, которые выпадают в автомате. Вот такие ростки, цветочки в лампочке, домики, домик и цветочек, лампочка. Видите, вот уже здесь по 30 внизу заполнение идет. Так, так, так. То есть по моей стратегии я заполняю, всегда стараюсь заполнять именно первую штуку. Не спеша, так сказать, чтобы видеть, что у нас идет вокруг, а потом уже постепенно будем заполнять и вторую, и третью трубу, если это нам понадобится. Так, ну, я могу вот это все пустить на листочка. Так, иди сюда, лампочка, домик. Яблочко нам не нужно, к сожалению. Я его сам сейчас съел, это яблочко. Так. Капелька. Домик. Да, вот мы первый раз дошли. Нам нужно... Ну, обновлять дракона как-то невыгодно. Это занимает 2 часа. Проще разрушить предметы.
Яблочко. Капелька, росток. Так, мне тут два яблока. Блин, ну как-то не... Смотрите, мне, я бы яблоко разбросал, и вот два дракона сразу выполнил. Домик. Ой, обидно-то как. Обидненько получилось. Ну, у нас довольно дешево, конечно. С одной стороны. Опять домики. Ну, что ты будешь делать? И опять домики. Ну, это как-то несерьезно. Да. Третий раз подряд практически разрушаем. Капелька. Давай, 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 давай. Лампочки, домики. Лампочка, росточек. Яблочко. Домик. Так, капельки нужны. Смотрите, мне тут прям какой-то не фарт. Ну, лампочки, яблоки, лампочки, яблоки. Ну, только лампочки, к сожалению. И ростки, смотрите, в капли и ростки. Это какой-то эпик. И мне снова яблоко попадает. Немножко не фартит нам. Ну, вы это видите? Яблоки, яблоки, яблоки. Спасибо, капелька появилась. Капелька, лампочка, яблоко. Домик, домик, яблоко. Заполняем, капелька. Теперь яблоки нам не надо. Лампочка, домик, домик. Ура! Ура! Смотрите, два яблока. А, как шикарно. Домик. Капелька и лампочка. Домик. Росточек. Так, жизнь налаживается, ребятки. Яблочко, лампочка, домик. Так, домик не надо. Лампочка, яблочко. Ждем. Лампочка. Яблочко. Росточек. Ничего не надо. Так, а ну, смотрите, очки-то расходуются медленно. Реально медленно. Так, росточек. Домик. Лампочка. Так, вот смотрите, домик, капелька, капелька. А как это так получилось? Вроде ж не было этой капельки. Странно. Домик. Лампочка. Яблочко. Два домики и ростки. Ну, это тоже какая-то довольно сложная ситуация, когда у тебя все попадается вот так. Домик, росточек, домик. Лампочка. Так, стоять, давайте тут подумаем. Домик. Ну, давайте так пока что распорядимся. Домик, капелька, росточек, яблочко, отлично. Домик, яблочко. Вот еще бы росточек. Наконец-то мы избавились от всех росточков. Лампочка, водичка, яблочко, домик. Ух ты, супер. Теперь в эту игру можно играть хоть сколь-нибудь продолжительное время. Ну, ну, а подождите, там, по-моему, там, подождите, сколько там драконов нужно было собрать? 700?
Или там, или мне показалось? Я вот как-то не обратил вот на это внимание. Капелька, яблочко, лампочка. Домик. Росточек, росточек. Так, так, интересно, сколько мы сможем за один раз здесь всего дела насобирать-то? В принципе, сейчас даже такого желания как-то экономить очки и нет. Мексиканец! Или как там он назывался, этот дракончик у нас? Лампочки, яблочки. Мы потратили... У нас еще 30% осталось. У нас было больше 2000. Давай вот так. Хотя, наверное, я уже мог собрать вот этого нижнего. Ну ладно. Зефирчик. 40 драконов мы уже собрали. Это вам не просто так. Кому нужен росточек и капелька? Домик, росточек и водичка. Домик, росточек, водичка. Так. Яблочко. Лампочка. Яблочко. Домик. Так, ни капельки, ни лампочки не нужны. Разрушаем. Ох, как, смотрите, как классно мы разбросали. Раз, два, и все готово. Кстати, сейчас мы немножко тут поиграемся и пойдем прокачивать. У нас, конечно же, есть дракончики, которые хотят, чтобы мы их прокачали. Так, вот... Лампочка, домик, росточек. Так, если я отсюда... Давайте отсюда. Нам нужно два домика. Тим-тим-там. Так, ну, капельки, лампочки. Обновляем. Так, конечно же, фанат. Капелька. Так, домик, яблочко, домик, прерия, лампочка, росточек. Чуть не туда не бросил, чуть не промахнулся. Домик, капелька, заполнить, заполнить. Домики никому не надо и капельки тоже. Так, ну осталось нам уже совсем чуть-чуть. Давайте еще заполним. Яблоко. Так. Росточек. Домик. Росточек. Ура! Мы какой-то рубеж достигли. Две капельки. Так, и вот мы чуть-чуть совсем можем тут заполнить. Так, сейчас надо подумать, кому дать яблочко и два росточка. Ну, не знаю, давайте яблочко, росточек, росточек. И последнее заполнение трубы. Яблочко, росточек, ну и все. На этом у нас пока что все. О, да, это 350 драконов нужно вырастить. Это просто ужас. Так, а сколько акций? Акция длится всего 4 дня. Ну, даже не знаю. По-моему, как было раньше, чуть получше. То есть слишком много времени занимает вот эта вот сама игра, хотя у меня было всего 2000 очков. Так, а теперь давайте кого-нибудь, ребят, прокачнем. И давайте пусть будет это космонавт. Точнее, астронавт. Такой вот у нас дракончик.
заглючило мне тут что-то скриншотики. Давайте его разместим к нашему железному пламени. Опять это заглюченное. Штукенцы. Так, и у нас стихия. О, кстати, пустота. Точно, точно. Его нужно будет сразу переместить. Кормим, кормим, кормим. Давайте пока на 10 уровень. Ух ты, смотрите, какая у него анимация. Он как в невесомости зависает. Это прикольно. Очень прикольно выглядит. Ну, оригинально. Оригинально, ребятки. Так, ну нам его теперь нужно сразу переместить. Двигать. Нет, конечно же, мы не будем сюда двигать. Блин, я не поставил. Не поставил. Так, я проверяю, где у меня свободное жилище есть. Ну, давайте сюда. Так, еду поставить. Точно, точно, точно. У нас еще же целый час. А, стоит. Все, а то мне показалось, что у нас нету цифр. Но нет, все у нас в порядке. Это мы выполнили, ребятки, с вами. Так, ну что, дракончики у нас будут пополняться, новые все дальше и дальше. Так, зернышко мы просто потом продадим. Ну и давайте на этом мы закончим. Так как-то у нас длинная акция пошла, уже у меня время позднее. Пора бежать домой, ребятки. С вами был Александр, не забудьте поставить пальчик вверх и до скорых встреч, всем пока.